Всем привет, ребята, с вами Денис, и мы продолжаем проходить Tomb Raider 1, а вернее ее дополнение Unfinished Business. Хочу заранее попросить у вас прощения за то, что не было роликов пару дней, действительно возникли некоторые трудности, проблемы, которые, к сожалению, не могу я озвучить пока. Мы продолжаем, в общем, исследовать, бороздить египетскую гробницу богини-кошки. Я все-таки замочил этого крокодила, про которого я вам говорил в конце предыдущего ролика. Ну и, собственно, мы побежали дальше. Так, очередная комнатка. Какие-то странные платформы. Я думаю, сейчас какие-то будут здесь развлечения. Ну-ка. Так. Пока все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. То есть нужно было наступить на определенное количество нужных платформ, видимо, да? Опа. Мумиё, мумиё. Иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю. Вот. Зараза, а какая. Так, ну что, залечиться нужно обязательно. Теперь можно пушку убрать и посмотреть, что уже здесь было. Но здесь нет ничего, как всегда. Постоянно бегаю, что-то исследую, ищу, блин, в разных углах. А нет, ни хрена, еще ни одного секрета на уровне. Это пипец. Так, о, там куда-то вниз можно спуститься. Ладно, это все успеется. Давайте посмотрим, что нас здесь будет ждать. Так, здесь какого-то хрена валун. Интересно. Интересно. А как? А как его сдвинуть с места? Что надо сделать для этого? Не, ну можно, конечно, его попробовать перепрыгнуть. Но что-то мне так не кажется, что это правильно. Так, что? О, пара рычагов. Что есть еще? В принципе, я думаю, что стоит, наверное, сейчас спуститься вниз зачем-то. Посмотрим. Что здесь хранится? А может быть, здесь вообще ничего нет, конечно. Ну, нет ничего. И смысл тогда был сюда спускаться. Никакого смысла не было. Так, хорошо. Хорошо. На столе нет ничего. Вообще ничего нам не оставили. Давайте нажимать рычаги. Первый. Открылась дверь. Помните, про которую я постоянно говорил, что я про нее там переживаю. То, что там может что-то быть спрятано там. Ну, вы помните, наверное. Если не помните, посмотрите предыдущую серию. Это хорошо. Второй рычаг. Опа. Валун все-таки выкатился. Интересно, каким образом он сработал. Что-то там должно было вытолкнуть этот валун. Я так подозреваю. Ладно. Пойдем дальше. Впереди лежит аптечка. Ее обязательно нужно взять. Так, тихо. Крокодил, он живой? А чё он замер? Падла. Не, смотри, он в натуре замер. Ладно, хрен с ним. Сейчас мы перепрыгнем для начала. О, ожил. Блин, смотри, он как самурай, ниндзя. Хамелеон. Он, смотри, он, типа, ягорит часть этого интерьера. Ягорит ковер. Я не живой. Все нормально, я... Чучело. Смотри, он вообще не шевелится, смотри. Не, давай возьмем обычный пистолет, я не буду на него тратить патрон от дробовика. Пошел он нахер. Больно хитрые крокодилы, смотри, в последнее время пошли. Сразу, смотри-ка, забегал. Паразит такой. Все, готов. Так, это что? Нет, это ничего. Все, ладно, спускаемся вниз. Все те же наблюдаем цифровые обои египетские. Это прикольно. Так, хорошо, берем патроны к магнуму. И что-то там еще под телом крокодила лежит, патроны к дробовику. Нас прямо пичкают здесь боеприпасами. Наверное, к чему-то готовят. Так. Что-то впереди мне так кажется, что может что-то скатиться. Ну-ка. Тихо, спокойно. Спокойно. Лара, тихонечко. Тихонечко бежим. Так. Очень подозрительные стены и похожи на блоки. Интересно, какой-нибудь из них может двигаться, нет? Надо, наверное, знаете, что смотреть? На блоках внизу есть кольцо, которое можно двигать. Надо посмотреть сейчас, нет ли колец где-то на одной из сторон. Что-то я вот не вижу. А вот этот вроде блок отличается цветом. Ни хрена, мне просто мерещится все. Я просто фанатик, который ищет постоянно где-то секреты. Ладно, черт с ним. Погоди, погоди, погоди.
Так. Если я не ошибаюсь, мы возвращаемся в ту же самую локацию, где мы в первый раз собирали кучу ключей. И теперь нам нужно идти в ту самую дверь, которая открылась. Ладно. Мы так и сделаем. У нас все пантеры здесь мертвые, это, конечно, хорошо. Поэтому спокойной душой бежим во вторую дверь. Она у нас вот с этой стороны. А я, блин, гадал. Я думал, может, там нужно встать на какую-то платформу, там что-то где-то пододвинуть. Я думаю, блин, там стопудово, наверное, секрет, я думаю. Ну, ни хрена, оказалось, все нам намного проще. Но все равно, меня очень-очень пугает та мысль, что секретов здесь нет. Это что-то нереально. Опачки! Что я вижу? Это УЗИ, ё-моё! И Тишкина ты жизнь. Хорошо, взяли УЗИшки. Так, что у нас на потолке? Какие-то рисуночки. Давайте подбирать всякую требуху здесь. Аптечечки, куча патронов. О, мумиё, смотри, притворился. Да хрена их тут. Мать вашу, вы оживете или что? Ну-ка. Нет, Лара как-то на них особо-то не направляет свои пистолеты. Значит, возможно, они и не оживут. Да хотя, как знать. Как знать. Египтяне такие. Они тут напридумали ловушек-то уже. Будь здоров. Так. Как мне взять-то? Вон там-то. Да черт подери. Ну, мы, в принципе, спокойненько можем и здесь запрыгнуть. Вот. Так, а здесь ничего нет. А на соседней? Ну-ка. Нет, стволы не направляет, значит... Да чё ты? Чё ты не зацепляешься, Лара? Не раздражай меня, пожалуйста. Я так весь на нервах. Так, ну нет. Нет тоже ничего. Хорошо, пойдем на соседнюю стену. Там тоже я видел, патрончики были. Да заодно проверим этих мумиёв. Мертвых. Или хрен знает притворившихся. Ладно, прыгаем. Вот сюда. Ну, Лара почему-то промахивается, как всегда. Так, это тоже падла мертвая. Забинтованная. Да, мертвая. Хорошо, берем патроны к УЗИ. Я подозреваю, что сейчас мы как только все возьмем, вдруг эти твари все оживут. Тогда будет вообще очень плохо. На самом деле. А вообще, по теории, они должны были ожить, когда я взял УЗИ. Они должны были охранять это оружие. Так, это что? Дверь закрыта. Почему она закрыта? Рычагов нет, ничего нет. Ну все, ладно, побежали дальше. Не будем здесь долго разглядывать. Я думаю, стоит все-таки уже, наверное, сохраниться. Так, что у нас впереди? Выход, что ли, из гробницы? Да ну, я не поверю. Больно рано. Мы еще так и не разобрались, что здесь Лара искала для себя. Так, что здесь наверху? Здесь ничего нет. Впереди я вижу рычаг. Да, я видел его. Не думайте, что я его не заметил. Просто я пока стараюсь смотреться. Смотрите, этот рычаг стопудово откроет. Тихо. Тихо! Где-то мумия ходит. Где она? Так, это... Вон она пришла, смотри! Сука, падла! Иди сюда! Давай ее застрелим сразу. Где ты, где ты, где ты? Лара! Да, мать твою, давай ее! Что ты, блин? Есть, 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 первая готова. Одна, короче, очнулась от спячки. Поняла, что я уже около рычага и решила напасть первая. Пока все собратья еще там дремлют, блин. В куматозе. Хорошо, давайте возьмем здесь все патрончики. Да стопудово они все живут. Вот как пить дать, они 100% сейчас все живут. Как только нажмем на рычаг. Блин, с такой армией мумиев я не знаю, как справляться. Они очень шустрые такие твари. Действительно, они очень резкие. Так, тихо. Собираемся наверх. Где-то я еще здесь видел патроны. А, аптечку. Аптечку я видел. Хорошо, прыгаем. И я слышу шаги сзади. Ох, фига себе. Вон они. Причем не одна.
Так, 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 патроны закончились, Марик, за ногу. Фига, смотри, как он встал. Я надеюсь, он сюда до нас не допрыгнет. Все суки ожили, я даже еще на рычаг не нажал. Попрятались, попрятались. Понимаю, что, блин, пахнет смертью. Ну где вы? Давайте. Уроды! Мать вашу! Где вы есть-то? Спокойно, Лара, спокойно. Тихо, 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 тихо. Вот они все здесь. Давай, 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 иди сюда, детка, давай. Может быть, даже они до нас не допрыгнут. Так было бы хорошо. Ну что, сдохла, что ли? Ну что, где? Вон она ходит. Сейчас мы... Давай, давай. Ах ты, сучка! Так, Лара, давай, 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 давай. Спокойно, 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 спокойно. Так. Обоих замочили, да, вроде? Вон еще одна падла. Где ты есть-то? Вон она. Блин, там еще одна. Больно, до хрена. Так, запрыгиваем на эту платформу. Ну где вы? Так. Последняя, по-моему, да, осталась? Все, готово. Отлично. Охренеть, я так и знал, что не все живут. А вот и еще одна тварь ожила. Так. Спокойно. Забираемся наверх, отлично. До сюда не достану. Это здорово. Куда ты побежала? Иди сюда. Не как стая-то нападать, так они, блин, гораздо. Как один на один, так они убегают. Иди сюда, я тебе сказал. Цикло, блин, вонючая. Все. По-моему, все, да, ребят? Ну-ка. Не, вон еще одна. И почему не ожила? Так, тихо, тихо. Кровавую жопу нам показали. Все, спокойно. Ну что, не будешь оживать-то, нет? Дай, хрен с тобой. Так, что здесь? Угу, наверх еще ход какой-то есть. Ну-ка. Только туда, наверное, не попасть нифига никак. Да, точно никак не попасть. Проход сюда. Ой! Блин, напугала-то фигня. Это где? Там, что ли? За дверью? Ладно. Понято, понято, понято. Рычаг, наверное, где-то здесь. Ох, мать ваша, что это такое? Так. Сквозь эти решетки, я думаю, можно посмотреть сейчас будет. Ох, ёшкин матрёшкин, еще вниз можно скатываться, офигеть. Так. Так, 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 так. А внизу, интересно, опасно или нет? А? Давайте посмотрим сквозь решетку, что там. Ну, ничего не видно. Ладно, выбираемся. Выбираемся отсюда. Можно, в принципе, сейчас сначала подняться по лестнице, посмотреть, что здесь. Так, в этих нишах все пусто везде. Что-то подозреваю, что внизу ждет смерть. В этих вот нишах. Не в нишах, а если по скату спускаться. Там, посмотрите, ничего не видать вообще. Ладно. Впереди кошка. А, нет, там нифига не смерть. Еще впереди УЗИ лежат, патроны, вернее, к ним. Ну, конечно, можно рискнуть туда прыгнуть, но... Ай! Сучка! Надо же меня так напугать, а? Сука, подобралась незаметно. Ладно, я к вам вернусь, как только доберусь до этого места. Итак, ребята, снова на месте. Короче, ждем эту мумию. Ну, иди сюда. Сейчас я тебе устрою райскую жизнь. Смотри-ка, не идет. Хотя, по идее, должна сюда прийти она. Ну чё и где? Вон она бежит, иди сюда. Сейчас я тебе... Вот и все. Так, ну чё, рискуем, что ли? Прыгаем за патрончиками к УЗИ. Ну-ка.
Да, хрен, короче, хрен, хрен, хрен. Надо спускаться, наверное, стандартным все-таки способом. Так, ладно. Я тут недалеко сохранился совсем. Блин, почему так? Сука, сложно придумали, а? Не все так просто. Хотя, по идее, наверное, здесь можно еще спуститься вот на эту платформу. И уже отсюда, короче, попробую допрыгнуть за патронами к УЗИ. Так, ну-ка давай. Если здесь спрыгнем. Нет, надо как-то попасть на вот эту вот платформу, которая рядышком. Сейчас аккуратненько мы это сделаем. Так. Если вот так наискосок сейчас спрыгнуть прямо. Ну-ка. Вот так. Отлично. А уже отсюда попробовать допрыгнуть за УЗИшками. Хотя нет, нереально, потому что специально, видите, щель есть, по которой можно оттуда добраться. То есть, другими словами... Так, сейчас я еще посмотрю, что там внизу. А внизу там скаты, по которым мы могли спуститься. Ладно, с этим все понятно. Короче, если отсюда допрыгнуть вон до туда, потом на следующий блок, по этой щели, и таким образом можно добраться до патрончиков. Отлично. Так, только здесь, не знаю, разбег нужен, не нужен. Подозрительно. Не перелететь бы, блин. Сука, я так и знал, а. Пипец. Да пипец. Хрен еще рассчитаешь, короче. Угол полета. Не совсем понятно. Комната очень светлая, не очень хорошо видно. Так. Ладно. Хватит оправдываться. Денис, давай. Руки выпрямляй и погнали. Прыгаем с места. Отлично. Так, смотрим, что там. А, внизу у нас пики. Так, а как запрыгнуть вот на... Вот на... зацепиться за эту щель, блин. Такое ощущение, как вот Лара не допрыгнет. Ну-ка. Да, конечно, нет. Что за беспредел? Долго умирать я буду. Ну, хрена, как-то по-другому, значит, надо. Получается, сверху, что ли, нужно... Блин, пока не совсем понятно, как это все сделать. Так, а если попробовать с другой стороны? Ну-ка. Я определенно хочу взять эти патроны. Наверное, 100% они будут считаться секретом, скорее всего. Так, тихо, Лара. Так, если сейчас прыгнуть туда... А, ну да, вот отсюда. Что-то я там тупанул. Надо было внимательно просто посмотреть по сторонам. Ладно, надеюсь, вы мне эти фейлы простите, конечно. Так. Так. Получается, что? Отсюда сейчас прыгаем. Берем патроны к УЗИшкам. Так, а потом... И что? А, ну да, забираемся наверх. Ползем вот здесь. В принципе, так все и надо было делать. Кстати, внизу мы еще не все посмотрели. Я думаю, что вниз, наверное, стоит будет сходить. Как мы сейчас поступим? Наверное, сохранимся. Мало ли будет здесь конец уровня. Мы еще внизу же не были. Так, отлично. Так, сейчас будем забираться наверх. Да что ж такое-то? Лара совсем не хочет меня слушаться сегодня. Прямо я не знаю. Блин, не знаю, может вырезать эти фейлы, не вырезать, хрен его знает. Так, хорошо, поднимаемся наверх. Да, я все по-прежнему играю на клавиатуре. Это так, надеюсь. Ух, ни хрена себе, мост появился. Ладно, все понятно. Так. Что здесь? Здесь рычаг. У нас там сзади же еще дверь осталась, если вы помните. За которой это рычало. Или пума там, или кто, или пантера. Вот, та самая дверь. Теперь, типа, по мосту можно вернуться, но я спешить, наверное, не стану. Потому что еще здесь внизу мы не были. Давайте попробуем скатиться по одному из скатов. Для того, чтобы посмотреть, что там внизу. Это сделаем, наверное, вот так. Задом. Что внизу могут храниться секреты все-таки. Это что такое сейчас было? Это что за прикол? Я не понял.
Почему она умерла-то, не пойму. Это что за херня вообще такая была только что? Это баг или что? Или там внизу какой-то... Какой-то пол, блин, смертельный. Или что за фигня произошла, не пойму. Блин, сколько фейлов, охренеть. Ладно, давай посмотрим еще раз. Так. Сейчас аккуратненько нужно спуститься. Ну неспроста же придумали там внизу, блин, поверхность. Не просто же так, правильно? Так, вот здесь попробуем спрыгнуть. Да, там хрен спрыгнешь. Потому что там копья. А если отсюда? Ну-ка. Охренеть. Короче, судя по всему, вниз попасть нереально. То есть нельзя. Надо было как-то, наверное, по-другому сделать, я не знаю. Тогда весь, что ли, пол было усеять шипами или что? Что за фигня вообще происходит? Почему все так? А если по правому скату? Сейчас давай посмотрим. Ну, зацепился я. Все, она сразу умирает, короче. Сразу, моментально она умирает. Охренеть. Ладно. Побежали. Все-таки не судьба, видимо, нам спуститься здесь вниз. Побежали тогда к той двери, которая открылась. Надо не забыть достать нормальное оружие, потому что там вроде где-то кошка была. Не, короче, это да, это что-то забагованный какой-то уровень. Вернее, участок уровня. Мне это вообще не нравится. Так. Здесь кто-то рычал, я помню. И где? Что это за место? Там проход есть. Здесь проход есть. Правда, здесь тупик. Может, с той стороны тоже тупик? Надо проверить. Нет, здесь не тупик. Здесь ход куда-то. Причем такой нормальный ход, поэтому спешить не будем. Давайте посмотрим, что еще здесь есть. Здесь можно подняться наверх. Во-первых, посмотреть, что здесь. Какой-то люк. Где-то, по ходу дела, придется его открывать. Наверное, в том самом проходе, где мы только что были. Так, здесь что? Здесь ничего. Здесь еще один люк. Ну, больше ничего не остается, как идти вот за ту пальму в тот проход. А где рычала кошка, которая здесь была? Она должна уже появиться, по идее. Она рычала прямо около двери, я это точно помню. Опа, опа, крокодил. Отлично. Один выстрел ему хватило, чтобы отбросить свои кожаные копыта. Так, хорошо, что здесь еще есть аптечечка, я вижу. Замечательно, все зелено, прямо как напоминает мне Tomb Raider 3. Я помню, там уровень какой-то был, по-моему, первый или второй. Там прямо уровень весь зеленый. Куча змей была. Это я точно помню. Мне этот уровень очень не нравился. Терпеть его не мог в третьей части Tomb Raider. Там как раз она еще научилась ползать. Так, а где мы оказались сейчас? Большая аптечка. По аптечке, кстати, очень кстати. Опачки, ползет крокодил. Все, крокодила больше нет. Его больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Внизу еще один крокодил. Ладно, он подождет. Или не подождет. Давайте сейчас сразу его заколбасим. Где он только? Падла хитрая. Иди сюда. Лара, давай, направляй на него свои пистолеты. Давай, 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 Лара. Хватит стесняться, Лара. Вот проблема, знаете, вот постоянно убить здесь крокодила под водой. Это вообще меня очень раздражало всегда, блин. Лара категорически отказывается в них целиться, и потом они, сука, очень хитрые. Посмотри-ка, а? Он не всплывает. Нам в любом, при любом раскладе нужно его застрелить, потому что он будет мешать это однозначно. Так, где ты? Блин, он не хочет всплывать. Это опять, что ли, баг очередной или чего? Почему она на него не целится, не понимаю вообще. Лара, прекращай давай. Так, я вижу рычаг прямо по курсу. И крокодила.
Ну где ты? Ладно, бог с ним, короче, нажимаем рычаг. Ой-ой-ой-ой-ой, очень мало жизни осталось, друзья. Так, ладно, используем аптечку. Открылись оба люка, появилась пантера. Хорошо. Что-нибудь еще здесь пряталось? Нет. Крокодил ничего от нас больше не скрывал. Так, хорошо, ну-ка. Это должна кошка появиться. Во! Что ты, блин? И кошка, и крокодил. Все как-то не вовремя. Так, что это? Опять. Маленькая техническая неполадка, друзья. Так, спокойно. Опачки, чуть просто не отбросили копыта. Достаем дробовик срочно, потому что здесь пантера где-то гуляет рядом. Ох ты, блин. Как она больно кусает, а? Все? Крокодил сдох? Нет, я его однозначно хочу убить. Он мне так, сука, нервы потрепал. Будь здоров. Сначала мы дождемся, пока он сплывет. Иди сюда. Отлично. Лара, давай. Пока он всплыл. Сейчас мы его, суку, добьем. Да не, он очень хитрый, падла. Очень хитрый. Ну иди сюда. Во. Подплывает близко. Лара, давай. Ну. Направляй пистолет на него. Направляй давай уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Лара. Сука, этот долбанный крокодил. Как ты меня достал уже. Ну где ты? Все, наконец-то эта тварь сдохла. Я просто не мог оставить его в живых. Не мог. Так, возвращаемся обратно. Возвращаемся к тем самым люкам, которые открылись. Блин, такой длинный уровень, это вообще жесть. Когда хоть конец-то будет? Это всего лишь второй уровень. Напоминаю, что в этом дополнении всего лишь 4 уровня. Кстати, египетские локации этого последний уровень в Египте. Потом у нас будет шахты, в которых мы были, раскопки Натлы. Так, хорошо, где мы оказались? Давайте посмотрим. Какие-то щели. Среди них ничего не видно. Ладно, пошли посмотрим, что же здесь есть. Так. Куча непонятных щелей. И куда нам нужно? Вот люк какой-то. Опачки, люк открылся. Хорошо, спрыгиваем. Достаю ствол на всякий пожарный случай. Блин, вообще хрен просышь, где мы находимся на самом деле. Зато призов очень много. Это круто. Так, все подобрали. Побежали дальше. Так. Открылась дверь где-то непонятно. Опять какой-то большой зал. Хорошо, спускаемся. Так. Где мы очутились, пока непонятно. Ладно. Давайте нажмем рычаг тогда, который здесь есть. Что он сделал? Ничего не сделал. Второй рычаг. Открылась дверь. Не знаю, стоит ли туда идти сейчас. Может быть, потом. Давай посмотрим, что еще здесь есть. Охренеть. Еще одна дверь. Опять открывается миллион ходов. Я уж думал, конец уровня. Ага, хрен там конец уровня. Так, а здесь, по-моему, тупик. Нужно зайти посмотреть. Ну-ка. Что здесь? Так, мумия. Скорее всего, она оживет. Причем их две. Да. Короче, сейчас будет бойня. Или что это? Это хрен просышь, что? Опять либо баг, либо что? Непонятно. Провалились куда-то вниз и умерли. Хорошо. Давайте посмотрим. Тут еще одна дверь есть. Так, это сейчас что произошло? Что-то где-то там открылось.
И еще есть одна дверь. Пока непонятно, как ее открывать. Но я думаю, что стоит будет тщательно исследовать каждый из этих ходов. И, возможно, где-нибудь из них там спрятан рычаг, который открывает эту дверь. И который, я надеюсь, наверное, уже приведет нас к концу уровня. Что ж, я предлагаю здесь закончить. Продолжим с вами уже в следующем эпизоде. Ссылка на плейлист под видео в описании. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик, ставьте лайки, комментируйте. С вами был Денис, и всем пока.